Вести Карачаево-Черкесия. Ретонирование некоторых событий республики. Здравствуйте. Программа социальной газификации в России станет бессрочной. Система спутникового контроля будет внедрена в общественный транспорт республики. Карачаево-Черкесия в пятерке популярных направлений для горнолыжников. И регион удержал вторую строчку в общероссийском рейтинге акции «Вода России». Далее подробно об этих темах и не только. Председатель правительства Республики Мурат Аргунов провел совещание со своими заместителями, на котором обсужден ряд вопросов. Касаясь итогов уборочной кампании, отмечено, что собрано более 217 тысяч тонн кукурузы, 90 тысяч тонн сахарной свеклы, 23 тысячи тонн подсолнечника, 22 тысячи тонн картофеля и 195 тонн сои. Кроме того, ответственные лица доложили о том, что завершены строительно-монтажные работы в Центре патриотического воспитания молодежи «Авангард». В республиканской столице открыли центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Готовятся также к открытию главной соборной мечеть республики. Помимо прочего, отмечено, что дети всех участников специальной военной операции смогут принять участие в акции «Елка желаний» в Карачаево-Черкесии. В заключение совещания председатель правительства региона поручил подобрать место для питомника для бездомных собак. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения фельдъегерской почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Об этом сообщил военный комиссар республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военной операции, сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определило порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма, бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг через отделение Почты России, почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам, близким, необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданина республики. Информация эта строго конфиденциальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. В региональном министерстве промышленности, энергетики и транспорта обсудили внедрение системы спутникового контроля транспорта государственной автоматизированной информационной системы «Эроглонасс» на муниципальном и межмуниципальном общественном транспорте республики. Участники встречи обозначили, что при проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и в Черкесске необходимо включить в конкурсную документацию требования к перевозчикам по обязательной передаче данных в региональную систему «Эроглонасс» для отслеживания движения транспорта в режиме реального времени. Такая аппаратура должна будет обеспечивать определение местоположения транспортного средства и передачу информации о его местоположении и скорости в целях реализации контрольно-надзорных полномочий. Уже в следующем году система спутникового контроля будет внедрена в общественный транспорт республики. Программа, по которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан, станет бессрочной. Это позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков. Ранее предполагалось, что эта программа, в рамках которой догазифицируются в том числе и частные дома, завершится 1 января 2023 года. Напомним, социальная газификация – это федеральная программа, в рамках которой отменили плату за подключение от магистральной трубы до границ участка. Суммы разнились по регионам, но в среднем от 30 до 60 тысяч рублей. Стоимость подключения до границ участка фиксированная, рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам и не зависит от реального расстояния от трубы до забора. Однако теперь жители Карачаево-Черкесии также могут бессрочно пользоваться данной программой. Кроме того, детским садам, школам, поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, отделением врачей общей практики и врачебным амбулаториям, расположенным в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.
В Карачаево-Чикесии ведется активная реализация национального проекта «Экология». Предварительные итоги работы ведомства в 2022 году подвела первый заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Валентина Лешова. Мы участвуем в трех проектах национального проекта «Экология. Чистая страна. Сохранение лесов и сохранение уникальных водных объектов». По федеральному проекту «Чистая страна» нам с момента реализации этого проекта удалось культивировать 3 свалки и 2 объекта промышленных накопленного ущерба. Надо сказать, что в рамках столетия мы закончили рекультивацию хвостохранилища досрочно. В середине года мы сдали этот объект. У нас была рекультивация хвостохранилища Ребрусского рудника и рекультивация хвостохранилища горно-обогатительного комбината в Урупе. Это очень 2 больших объекта, 56 гектар в Урупе восстановили земель. И 6 гектар – это Ребрусское хвостохранилище. Кроме этого, мы рекультивировали 3 свалки в рамках этого проекта. Я должна сказать, что это, в общем-то, очень хорошо сказалось на качестве жизни людей. Ведь у нас станица преградная, под действием пыли с хвостохранилища заболевания возрастали. Естественно, комфортное проживание на этой территории было снижено. Более 217 тысяч жителей республики получили прививку против гриппа, в том числе свыше 52 тысяч дети. В процентном соотношении это почти 53%, а всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ и гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. В настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Карачаево-Чикесии соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели в республике эпидемические пороги заболеваемости не превышены, и тем не менее прирост составил 23%. Положительная динамика прироста отмечена во всех возрастных группах населения, а наибольший темп отмечен среди взрослого населения, здесь на 28%, и школьников в возрасте 7-14 лет на 25%. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная в целом и среди всех когорт населения. В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлено дополнительное освещение, пешеходное ограждение, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированы тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Информацию комментирует заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорог. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. За 10 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 510 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из них тяжких и особо тяжких составов 259, связанных с хранением 293, со сбытом наркотических средств 179. Вместе с тем в суд направлено 3 уголовных дела по факту сбыта наркотического средства Н-метилэфедрон несовершеннолетними или с их участием. Фигуранты этих дел – несовершеннолетние жители Ставропольского края, причем одно из указанных преступлений совершено с участием взрослого и одно совершено с участием малолетнего, которому на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. В республиканском наркологическом диспансере на учете состоит 1207 человек, из них 577 – это люди в возрасте от 18 до 39 лет. В 4 муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии, Россети и Северный Кавказ смонтировали почти 7800 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Новое оборудование, в частности, установлено в ряде населенных пунктов Абазинского, Прикубанского, Карачаевского района в Итиберде. Монтаж смарт-счетчиков и внедрение современной цифровой системы передачи и учета данных –
произведены на собственные средства электросетевой компании в тех муниципальных образованиях республики, где ранее фиксировался высокий уровень потерь энергоресурса в сетях. Работа по оснащению домовладений потребителей умными приборами учета велась с осени 2020 года по ноябрь этого года. Акция «Вода России» справедливо признается одной из крупнейших экологических инициатив Российской Федерации. Уже 9-й год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив людей со всей страны. Традиционно 5 декабря, в День добровольца, официально подводятся итоги сезона акции «Вода России». Более 173 тысяч человек в этом году убрали 1000 километров берегов рек и озер Карачая-Черкесии. В период с февраля по ноябрь текущего года было проведено более 300 мероприятий по очистке от бытового мусора берегов водных объектов. В мероприятиях приняли участие представители Минприроды Карачая-Черкесии и подведомственных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты и преподаватели, сотрудники администрации городских и муниципальных районов, коммерческих организаций, активисты волонтерских организаций и молодежных движений. Основная задача акции – формирование в сознании населения основных принципов бережного отношения к водным объектам как к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения страны в целом. В прошлом году наша республика также заняла вторую строчку в общероссийском рейтинге акции «Вода России» с более чем 140 тысячами участников. В этом году по всей стране прошло около 22 тысяч мероприятий акции «Вода России», в которых поучаствовало более 1 миллиона 342 тысяч волонтеров. Карачаево-Черкесия в пятерке популярных направлений для горнолыжников. Российский сервис бронирования отелей и квартир twill.ru, проанализировав данные бронирования, определил самые любимые горнолыжные курорты россиян. Так, Архыз занимает вторую строчку рейтинга после Красной Поляны Краснодарского края, а Домбай – четвертое место. На третьем месте Шерегеш Кемеровской области. На последних 6 строчках находятся Сартовало-Карелии, Выборг и Златоуст Ленинградской и Челябинской областей, Лахтин-Похия Карелии, Баная-Башкирии и Карабицына Ленинградской области. Жители и гости Карачая-Черкесии могут посмотреть красоты всей страны, посетив Тибрезинский национальный парк. Там разместилась фотовыставка «Первозданная Россия», которая проходит в информационном визит-центре парка. В экспозицию вошли лучшие фотоработы одноименного фестиваля за последние несколько лет. С их помощью посетители могут совершить путешествие по необъятным просторам нашей страны от холодных арктических полей до кавказских вершин. Ну и последняя информация. В Обнинске прошли всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок губернатора Калужской области. Спортсмен из Карачая-Черкесии Даниил Агамян завоевал бронзу в личном многоборье и 3 бронзовые медали в упражнениях на коне, опорном прыжке и на перекладине. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2, в горах местами до 7 тепла, местами на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров. Столбик термометра поднимется до 2 градусов выше 0. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!